Рейсовый автобус врезался в здание кинотеатра «Современник» в подмосковной Электростали, сообщил представитель экстренных служб региона. Пострадали 9 человек. У одного перелом, трое с сильными ушибами. Еще 5 человек с легкими ушибами, сказал представитель. По его словам, пострадавших осмотрели сотрудники скорой. Всего в автобусе находились 20 человек. Инцидент произошел на улице Николаева. Причины ДТП пока неизвестны.